Кровля уже прибыла. Подготовка идет. И тут никого нету, кроме Сергея Павловича Попкова. Один. Это мы на новом складе, 720 квадратных метров. Так примерно. А тебе каска не нужна на работе? Как на мотоцикле такая, строительная. Сороковка. Вот она сороковка, он ее приделывает. А к ней тогда уже стенка будет. Прикручивает. Там уже началась стенка. Все это очень дорого сегодня стоит. Так и вспомни, Жилин и Костылин. Поехал, мать говорит, невесту нашла, вот, говорит, и женился. Так и здесь. Вот она работа. И лишние мысли-то уйдут. Выражение Мартина Лютера. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Вот так. Вот Сергей Павлович тут прибивает. Сам себе хозяин. Дело-то простое, как будто бы. А ты вот день поворочай тут. Сороковка. 6 метров. Это я бы как. Сороковка? По-моему, это пятерка. Ну, хорошая. Видишь, как? Где лучше? Ты эти доски-то под ногами убери, тебе легче будет. Ой-ой-ой. Я таскал, вот мой... На пятерку похоже больше. Да. Приваривать будет, прикручивать. Помоги, Господи. Это доски шесть стенки будут. А что дальше стенок будет на стенках, это мы увидим потом. Вот лестница. Наверное, наша лестница. Он у меня приходил, спрашивал. Нет, это их лестница. Хиленькая. Ну, в пути сегодня вместо вторника в среду поехал молочный. Это вот стенки. Все это шурупы. Саморезы называют. Прокручивай. Пока погода позволяет, успеть бы сделать. Никого нету. Устиновы ребята работали, а они уехали в Корчины к брату. Все говорят крышу крыть. Они дружные такие ребята. Благослови, Господи. Вот здесь 60 ферм. Он все время между столбами там. А за рядом вот березы. На том складе столбы, столбы. А здесь столбов нет.
Ну, теперь надо наращивать все, упоры делать, чтобы не свалилось. Тяжесть большая, а какие-то железки-то хилые. Скорее надо стены делать, да распорки ставить. Прям подряд березы, тополя, красота. Тут ягодник, клубника. Ну, тут старая техника, железяки разные. Это вот его крыша. В этом втором здании часть школы была. Вот так.